Раз, два, три, четыре. Стоп. 17 молодых музыкантов в возрасте от 11 до 18 лет приехали в музей-заповедник Горки Ленинские, чтобы принять участие в различных мероприятиях, подготовленных фондом «Новые имена». Особое место среди них занимают индивидуальные мастер-классы с преподавателями Московского института культуры, Института музыки имени Шнитке и знаменитой Гнесинки. Есть какие-то моменты в плане постановки, в плане технических каких-то особенностей индивидуальных, но в целом ребята с хорошей программой, в хорошей форме, то есть можно сразу приступать к работе над музыкальным материалом, никаких ограничений нету. Осенняя творческая школа «Новые имена» проводится по специальностям духовых и ударных инструментов. Чтобы попасть сюда, ребятам необходимо было пройти конкурсный отбор, но, как показали уже первые мастер-классы, усилия были не напрасны. С первых уроков многое открыл вообще в инструменте, узнал, например, новую аппликатуру, расположение пальцев, чтобы взять ноту какую-то. Более тихо, более громко. То есть такие нюансы, о которых я даже не подозревал. В ходе творческой школы у ребят будут не только индивидуальные и ансамблевые занятия, но и творческие лаборатории, концертные выступления и самостоятельная подготовка. И, конечно, обширная экскурсионная программа и интересное общение с коллегами. Попасть сюда – это как попасть в олимпийскую сборную. Я считаю, что это очень круто, что вот я среди профессионалов-педагогов, среди талантливейших детей нахожусь. Международная благотворительная программа «Новые имена» была создана в 1989 году с целью поиска и поддержки молодых талантов. Нынешняя творческая мастерская – своеобразная новая веха в деятельности фонда. Это школа осенняя, первая, это историческая школа. До этого все наши творческие школы на протяжении 31 года проводились неизменно, только в древнем городе Суздале летом. Мы надеемся, что такие школы станут традиционными, и не только осенними, но и весенними, возможно. Вот мы надеемся, что эта школа пройдет максимально хорошо, для всех комфортно, и мы потом продолжим наше сотрудничество. С творчеством участников школы «Новые имена» можно будет познакомиться на концертах 3 и 4 ноября, которые включены в программу празднования Ночи искусств в Горках Ленинских. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.